Привет всем! Небольшой обзор покупок из магазина «Магнит» на 1500 рублей. Получила зарплату, зашла и набрала продуктов. Давайте посмотрим, что взяла. Взяла вот такой лимонад «Тархун». Что-то захотелось попить. Слоеное тесто, 2 упаковки, дрожжевое. Так, сразу буду вот так рассказывать. Творог взяла, но это не настоящий творог. Растительный. Вот. Хочу сделать слойки с творогом. Слоеные. Так. И сосиски в тесте хочу сделать. Тоже слоеного теста. Взяла еще пачку сосисок. Цены я вам в конце покажу, поэтому не помню. 3 баночки пива Жигулевского взяла. По акции были по 9 рублей. Вот такие вот термонаклейки на яйца. Уже потихоньку начинаем готовиться к Пасхе. Вот такие с цыплятками, с зайчиками. Мне понравились наклейки. И взяла то ли 8, то ли 9 рублей вообще. Также на Пасху взяла изюм, виноград сушеный вот такой. А то потом разберут, не будет. Куличи буду печь, туда мне понадобится. Так, также взяла арахис жареный, соленый. Очень его люблю, поэтому часто покупаю. Булку хлеба, аютинский хлеб целинный. Макароны взяла пачку. Так, дальше. Курочку взяла на 1,8 кг. Она почти 1,9 кг здесь. Так, курочка. По акции была вязанка. Взяла, по-моему, 124 рубля. Так, дальше. Сыр был тоже по акции. Российский взяла на этот раз. Яблоки. Новый урожай 74 рубля. Так, также взяла тоже... Почему они были? 109, по-моему, мандарины. Витамины хочется кушать. Так, 2 огурца взяла. И 2 помидора. Помидоры 205, по-моему, или 209. Ну, конечно, они такие вот стеклянные, но хочется уже чего-то такого свеженького. Поэтому взяла овощей, фруктов. Давайте посмотрим чек. И всего я потратила 1502 рубля. Такие вот были покупочки, закупка продуктовая в магазине «Магнит». Пишите комментарии, делитесь этим видео в социальных сетях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на мой канал Яндекс.Дзен и телеграм-канал. Ссылочки внизу под видео. Добро пожаловать. Все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.